МВД проведет аттестацию, чтобы почистить внутренние ряды после скандала с изнасилованием в управлении полиции Талдыкургана. Об этом сегодня в кулуарах Сената сообщил замглавы МВД Игорь Лепеха. Он заявил, что уголовное дело находится на строгом контроле ведомства. Напомню, 13 ноября стало известно об аресте подозреваемого в изнасиловании 27-летней девушки начальника управления полиции Талдыкургана Марата Куштыбаева. Ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. После вопиющего факта проведены совещания с личным составом, а во время аттестации среди полицейских будут учитываться все материалы, в том числе нарушение дисциплины, законности, наличие компрометирующих материалов. Одна из мер, которая сейчас вот наиболее, скажем так, кардинальна, это проведение аттестации. Будем как раз руководителей среднего звена, которые в первую очередь отвечают за работу с личным составом, за состояние дисциплины. Будем проверять, аттестовать от тех, кто не соответствует, будем избавляться. Я уже много раз говорил, что вопрос наведения порядка в собственных рядах на сегодняшний день это один из приоритетов.